Всем привет, дорогие друзья, с вами Герман, и мы опять продолжаем играть в Sword and Souls, в эту замечательную игру. Итак, у нас уже повысился левел, мы его можем, естественно, прокачать нашего героя, нашего персонажа. Итак, давайте мы куда вкачаемся? У нас есть скорость атаки, у нас есть шанс критического удара, меткость. Давайте пока что догоним, наверное, до сотки. Защиту до сотки, наверное, атаку. Так, это что у нас? Это у нас, по-моему, брутал. Так, по-моему, это оглушение, если я не ошибаюсь. Давайте его прокачаем. Снейк, не знаю, что значит. И сокращение времени наших скиллов. Хотя, в принципе, можно было это пока не брать. Но я думаю, нормально. Давайте зайдем на арену. Надо все-таки зарабатывать деньги можно вот это по красоте. 108 атака. Вот что значит тренировки. Усиленные тренировки. Гляньте, как мы сносим. Мы просто сносим людей. Ну, плюс еще, конечно, мы прокачались. Давай, двойной удар. Бабах. Ну, мы вывезем кипиш. Отлично. Так, денег, конечно, у нас маловато. Мы повысили опять левачок. Так, что нам дают за это? Дают что-то, да, мало. 574 нам монетки дали. Давайте, наверное, так, уже нам предлагают. А что это можно обновить, да? А, это, то есть, мы будем, у нас еще есть дополнительные атрибуты. Это, как знаете, кинжал метать. У нас было яблоко, я еще думаю, почему яблоко лежит. Так, давайте мы, наверное, еще пойдем в музей. Тут у нас в банке, видите, 10 монет лежит. А банк мы не можем прокачать. Банк, кстати, надо прокачивать. Он хорошо приносит деньги. Давайте так. Но в предыдущей серии мы очень хорошо тренировались, поэтому, я не знаю, давайте попробуем еще здесь. А нет, здесь нам будет уже трудно. У нас есть еще один скилл, как видите, оглушение. Во, вот этот щиток просто крутой. Сразу оглушаем этого парня. Так, и двойной удар мы должны. Сразу двойной удар. Не-не, мы не вывезем кипиша. Хотя... Нет. Мап, все-таки нам нужно тренироваться еще. Мы еще довольно-таки слабы. Как вот выходить вот отсюда? Я не понимаю. Я вот, допустим, хочу, да, вот как вот мне выйти? Как выйти? На эскейс нельзя выходить. А на мышку сюда выходить, это, ну, это не профитно. Можно не успеть, и все сгорит. Ну ладно, попробуем нарастить блок. Давайте сейчас у нас где-то сотка. X100. Я не знаю, получится у нас набрать или нет. Но будем стараться набрать X100. Так, у нас есть какое-то задание. Миссия какая-то. Не знаю, что оно означает. 25. Так, предельно надо быть сосредоточенными, очень предельно. Отлично, нам дали, нам за миссию дали бронь дали. Круто. Мы с вами заходим по красоте, 54. Да. Вот это, друзья, ой, блин, я пропустил. Мы так хорошо шли с вами, я все запорол. Вот как всегда, черт, а не, успели. Клевер это круто. Так, еще у ворот тут классно, кстати, качать, но у ворот потом, нам надо накопить деньги. А чтобы нам накопить деньги, нам надо здесь неплохо так потренироваться на защите. Защита это очень важная составляющая любого рыцаря. Так, звезды нужны, очень нужны, блин, промазали, да что ж такое? Черт, опять все заново. Блин. Давайте, наверное, все-таки до полтинника доходим, и все, и харе. Что-то у меня дальше не получается. Хотя миссию мы с вами выполняем. Да? Да, миссию мы... Какие-то миссии мы с вами выполняем. Но... Миссия номер 9 мы делаем. Вот если мы ее выполним, и плюс еще... Видите, плюс 20 у нас сейчас к броне. И еще и X. Вот если мы сейчас закончим на... X50 где-то. Это будет эпично, очень эпично. Так. Черт.
Мой косяк, признаюсь. Лучше я отобью эту звезду. 58, жадность губит фраера, жадность губит Герман, ты же знаешь. Нет, нет, нет. Мы тащим, мы тащим, мы тащим. 107. Ребята, 107, просто 107, отлично. Новый левел. Круто, круто. Просто круто. 74 комбо у нас тут максимум. 9 миссий. Давайте все-таки еще попробуем. Попробуем что? Попробуем вот это. Попробуем вот это. Блин, вот тут я косипорю очень сильно. Надо, наверное, навести мышку сюда. Хотя почему на эскейс я не могу выходить? Я не пойму. Ладно, все. С атакой у меня вообще грустно на самом деле все. Тут, наверное, надо вот так. Вот так вот надо. На три кнопки сразу фигачить. Тогда мы успеем все. Не, не успеем. Блин. Тогда надо, короче, знаете как? С двух рук играть. С двух рук. С двух рук играть это нормалек. Ага, ага, да-да-да-да-да. Ты что, думал, я такой лох? Нифига, друг. Нифига ты не угадал. Ой, блин, угадал. Угадал. Я реально лох. Ладно, будем пробовать вот так вот делать. Может быть, так и будет лучше. Звездочку мы заберем. Не-не-не-не-не. Ой, блин, когда он в середину кидает, это вообще жесть. Я не знаю, что делать. Х31, 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 Х31. Блин. Черт. Извиняйте, друзья, но я не могу спокойно на это смотреть. У меня не получается атаку качать вообще, хоть убейте. Вообще не получается. Х10 это все. Это все, на что я способен. А-а-а, эпично, эпично, эпично. Хотя я дальше даже не знаю, что пойдет. Все, я засрался. С-с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 -
ты, друг, не угадал. Я крутой парень, наверное. Так, все, сосредоточились. Идем на рекорд. Просто идем на рекорд. Идем на рекорд. Какой нафиг рекорд, Герман? Тебе в харю прилетело яблоко, а ты тут орешь на рекорд идем. Какой с тебя рекорд, блин? Не, ё-моё, мне щит вот больше нравился, серьезно. Щит вот. Вот щит это мое, защита это мое, атака вообще ни в какую. А, да, детка, да, нифига. Сейчас мы все сделаем по красоте. Наверное. Что-что, но вот когда он среднее яблоко кидает, это хуже всего. Потому что он, зараза, в западло кидает всегда. В западло и в табло. Ай-яй-яй-яй-яй, вы видели это, вы видели? А, скотина. Все, доходим до 30 и хватит. Еще и звезды пропускаем. Пятую миссию только взяли. Только пятую. Блин, жестко, жестко. Что-что, атака вообще мне не идет, друзья. Вообще, вообще. 29. Да хрен ты угадал, дядя. Нет, Герман сегодня рулит, 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 рулит. Итак, дорогие друзья, я, короче, приостановил запись, попытался набрать больше, нифига не получается. Думал, на запись волнуюсь, ничего подобного. Просто не заходит реально. Что-то с атакой вообще у меня не заходит. Давайте заберем свои деньги. Банк мы проинвестировать не можем. Попробуем пройти арену. Все-таки мы немного подкачались. Я думаю, мы все-таки сможем сейчас затащить. Да, гляньте, сколько у нас здоровья. Вау, вот это у нас урон подрос. И это не считая того, что я левел еще не прокачивал очки поинтов. Так, ну, босса. Все оставляю на босса чисто. Сейчас сразу оглушение на босса. Отлично, отлично. Угу. Ух ты, босс бьет неплохо, неплохо. Король. Но мы его все-таки затащим, потому что наша потная тренировка дала плоды. И, естественно, сейчас нам выпадут денежки, которые мы с вами тоже заберем. И фласка. Так,
Отлично. Дальше нам идти смысла нет, потому что мы проиграем стопудово. Я думаю, есть смысл инвестироваться в банк. Так, грибок, дадим ему клевер. О, по красоте. Клевер. Так, он нам дал денег. Тоже хорошо. Еще дал денег. О, какую-то фласку дал нам. Опыт. Четко. Так. Опа. Еще опыт. И последний клеверочек, фласочка. Все. Бабки забрали. И теперь, что здесь у нас? Что мы тут можем? Так, можем цветы. Ну, то есть у нас деньги есть. Давайте как бы. Ой, вот это мы потратились. Ну, у нас зато прирост денег у нас неплохой в тренировочный зал. Давайте все-таки, наверное, потренируем. Я даже не знаю, скорость. Так, меткость. Открыли, давайте скорость. Так, как тренировать меткость? Я уже не помню. Клик. О, вот это трудно будет, друзья. Это будет трудно. Ну, будем пробовать. Будем пробовать. Дальше будет вообще сложно-сложно. О, начинается. Главное просто хотя бы в мишень попадать. Вот я не знаю, они пропадают сами по себе или нет. Но уже 24-26. Да, походу они будут пропадать потом. Да, видите, они пропадают. Надо успевать. Можно просто хотя бы один раз нажимать. Я уже не успеваю. Уже не успеваю. Все. Все, в минус ушел. Ушел в минус. Все. Возврат. 39 меткости. Да, жалко, конечно. Жалко, жалко. Маловато. Так, и вот это, по-моему, самое топовское. Так, или нет, или я ошибаюсь. У ворот. Так, во. У ворот топовская тема. Ну как топовская? Просто надо подгадать, когда он будет бить. И все. Ну тут тоже не прям все так просто, потому что он хитрожопый. Этот тип 14. Он с каждым разом же будет все быстрее и быстрее. Я не знаю, сколько здесь я смогу набрать. Опа. Последний момент, когда убегаешь, он дает звезду тебе. Вот когда чпокс, вот в последний момент пригибаешься, он дает звезду, видите? Но так лучше сильно не играться, ибо можно получить по щам. А это дело не есть хорошее. Так, 33. Так. Сосредотачиваемся. Парни, сосредотачиваемся. У меня уже этот. Я уже чувствую, что припекает пукан. Так, опа, по красоте, по красоте. 48. Сейчас будет... Все, 49 уходим на год, потому что чувствую, что что-то не то. Так, отлично, отлично. Немного подкачали. Так, подкачали у ворот. Так, это все-таки, наверное... Да, это меткость, это ворот и критический удар. Критический удар тоже прикольная вещь. Давайте прокачаем. О, у нас появился пол. Так, пол, отлично. И давайте все-таки попробуем еще прокачать героя. И так, понятно, у нас появились новые навыки. Давайте один сюда, один сюда. Так, оглушение, да? Так, оглушение. Давайте прокачаем до третьего. 210. Подымем до сотки это. Критически подымем до 70 и у ворот до соточки. Вот, отлично. Более-менее сбалансированный перс. А теперь мы непосредственно пойдем на арену и попробуем раскатать тут людишек. Так, ну тут не людишки. О, нет, нет, нет. Очень тяжко. Уже вижу. Даже первого мы еле-еле. Мы не вывезем, короче, кипиша. Да, дорогие друзья, здесь мы не вывозим. Хотя,
Гляньте, мы сейчас еще энергия вернулись. Неплохо. Хотя, может быть... Так, сейчас... Черт, вот если бы мы сразу оглушение, сразу прям сходу, бах, бах, фласку выпьем. Фласка дала урон, серьезно? Офигеть. Все, я понял. Я понял. Ладно, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу великолепную серию. С вами был Герман. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И врывайтесь тоже со мной в эту игру. Советуйте, то есть комментируйте. Давайте играть вместе. Будет круто. Так что все. Всем огромное спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.